«Жизнь замечательных людей». Великий русский этнограф Николай Николаевич Миклуха-Маклай так любил простых русских людей, что лучшие годы жизни провел среди папуасов. Дели человек! Дели человек! Здравствуй, дели человек! Что тебе, дружок? Я принес тебе новость. У нашего вождя есть три сына. И он решил, что пора им жениться. И выдал им три лука и три стрелы. Погоди, погоди. Очень интересно. Это же я вашему вождю такую русскую сказку рассказал. Ну, а дальше что? Он сказал, что на чей двор попадет стрела, там невесту и возьмешь. Да. Из крыла старшего сына попала хижина шамана. И он взял дочку шамана. Средний взял дочку охотника. А стрела младшего сына попала в болото. Да ты что? Да! Вот это номер. Неужели лягушки попала? Ну. И что дальше? Ну что ж ты молчишь? Он что, он поцеловал лягушку и думал, что она превратится в красавицу? Да? Ну это же сказка. Нет! Стрела младшего сына попала в голодного крокодила. И он поцеловал крокодила. Ясно. Тут и сказочки конец. Почти. Он поцеловал крокодила, и голодный крокодил превратился в сытого крокодила. Вот как. Да, крокодил это тебе, конечно, не лягушка. А знаешь, дружок, запишу-ка я эту историю как папуасскую сказку. А когда вернусь домой, обязательно ее опубликую для русских детишек. Белый человек, зачем такое вашим детям? А чтобы они родину больше любили.